подписчикам канала Уральского усадьбы привет. Сегодня мы будем заниматься интересной работой. Будем демонтировать старую теплицу. Каркас у нее уже стоит раздетый. Ставить на ее месте павильон 4х6. Также будут работы по продлению вот той конструкции сверху. Арки. Мы начинаем. Арки мы добавили. Еще пару труб приварили, прикрутили. Осталось сюда установить прогоны. Прогоны в размер сделаем. Завтра установим. И уже стоит каркас. Каркас павильона 4х8. Вот 4х6, извините. Все стоит на брусе. Сейчас начнем его обшивать. Часть стены и один торец будет обшит USB. Остальное все поликарбонатом. На сегодня у нас работы завершились. Каркас мы обшили поликарбонатом. Торцы, стены. Промуглы осталось обшить. Дальний торец, как обещал, из ОСБ. Плиты из такого же материала. Низ одной стены. У нас начался второй день постройки павильона. Кроем крышу. Начали, тоже кинули два листа. Остался еще один лист. И пойдем к двери прокручивать ее все. Систему подвески установим. Работа идет. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу павильон 4х6 с торцом из ОСБ. ОСБ плита. Стеновых форточек у нас 3 штуки здесь. Поликарбонат 4. 0,7 плотность. Две коньковые формуги имеются на ручке. Вот стена наша обшитая. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20х40, основная арка подпирающая 20х20. Покрашено все полимеропорошковым способом, цвет светло-серый. Дверь только с одного торца, дверь с форточкой нового типа. Также мы закрепили брус к бетону с помощью уголков, чтобы теплица никуда не сдвинулась. Есть у нас диагональные усилители, есть у нас облицовочные уголки по углам, есть резиновый торцевой уплотнитель для большей герметичности и есть торцевый профиль с перфолентой, чтобы соты оставались чистыми как можно дольше. Помимо павильона у нас были еще работы на другом участке, ну, в смысле, на том же участке, на другом объекте того же участка. Мы соединили дверью старую теплицу и виноградник. Все, они теперь открываются. Пока всякого-всякого наложено, пока не до конца. Так, здесь добавили мы арки с прогонами. Такой атриум получился у нас. Часть была построена до того, часть сделали
сегодня. Такое вот у нас получилось на этом участке. Вот все, что вы видите, виноградники, теплицы, навесы, стены. Это все нашего производства, компания «Уральская усадьба». Клиент давно с нами, видимо, нравится, что мы делаем. Вот добавилась еще одна. Вот, кстати, старая теплица 4х5. Рядышком наша новая 4х6. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!